В Нижний Новгород приезжает лесничий Лукьяна, в доме которого была обнаружена вторая жертва. Аля надеется, что Тимофею удастся вытащить описание преступника из его подсознания. Николай обвиняет Макса в краже выкупа. В ответ оскорбленный Макс бьет бывшего друга. На допросе Кузнецов признает свою вину в похищении, но категорически отрицает убийство двух девушек. После звонка неизвестного Лукьянов погибает, спрыгнув с крыши.